Эксцентриссимо. Холодильник побеждает телевизор, принято говорить у нас, напоминая о пирамиде Маслоу и наших худых кошельках. А в мире трюфелей, личных самолетов и частных школ за кем первенство? Сейчас узнаем. Самый дорогой телевизор в мире предназначен в первую очередь для любителей гламура, а не ценителей качественной картинки, звука и реальности впечатлений. Диагональ 55 дюймов, корпус инкрустирован золотом, бриллиантами и платиной. Доставить домой это чудо в россыпях драгоценностей целые история. Неудобный он и тяжелый. Одного золота 28 килограммов. А ведь есть еще какая-то техническая начинка. Хотя, когда перед глазами бриллианты, станешь ли высматривать за ними новости и ток-шоу? 2 миллиона долларов платишь и можешь не открывать это окно в мир. А вот до холодильников руки ювелиров пока не добрались. Короли кухни так и остаются чисто утилитарными, пусть и шедеврами. Самый дорогой в мире холодильник Минегини Ла Камбуза не только огромен на столько, что самое прожорливое семейство неделю сможет поддерживать, но и умен. По желанию хозяева включит кофеварку или микроволновку. Из декора только дверцы из натурального дерева, стилизованные под старинную мебель. 40 тысяч долларов всего. Победа за телевизором. Эксцентриссимо.